раз оправдываюсь тем, что я раньше свои тексты помню, а теперь их не помню, потому что помню Чуковского и Барто для своего ребенка. У меня случилась недавно радость. Мой ребенок начал слушать и мои песни тоже, поэтому, видимо, я все-таки вспомню когда-нибудь. Смотри, в доме одно не погасло окно, оно, как момент из немого кино. Нам не дано, все поставив на кон, и сентября золотое вино. Но не вини ни себя, ни меня, это последняя песня твоя, это первейшая сказка моя. Ты — это я.
тут на мои плечи был вечер и последние наши вечи. Затеяли игру, что ты давно объехали с приказом ходить.
взрослых лет не ваши. Но только все глаза направлены в оленя, увидели орла. Парил он над утесом, описывал круги, искал свою орлицу надежды и мечты. Олень бежит по лесу, ищет он свою принцессу. Песня на стихи Вологодской, проект из Олги Фокиной, «Аронтарюшка». Солнце торкнуло.
за мной дышит мой мраморный дом. Раскручиваю яркие пестрые ленты, он не думает о Буддах и Кришнах, и нет мысли, что он может быть лишним. Счастлив от того, что рядом я, хотя от груба немного пьяна. С ногами на диване через час грох мой бог, слушаю стинга, предчувствую осень, со мной дышит мой мраморный дом. В окна льется печальная просень, он не думает о Буддах и Кришнах, и нет мысли, что может быть лишним. Счастлив от того, что рядом я, хотя от круга немного пьяна.
Спасибо. Андрей Белов. Спасибо. Фантаж. И не только вот, да, все желающие могут дать сегодня участие в санкции. Такая у нас сегодня акция. Я сегодня на языку. Вот. Поскольку Юлию Тузову мы еще ждем, она хотела быть второй, но ее еще нету. Сейчас, наверное, тогда, если Света готова сыграть. Да. Вот. А мы тем временем сейчас, так сказать, с Божьей помощью, так сказать, точно. Вот, попросим Людмилу, Игоря и всех, кто, может быть, хочет спеть «Тропарь праздника», если кто-то не знает, у меня вот, в принципе, есть текст, могу дать, но только в одном экземпляре. Вот. Сейчас мы, ну, «Тропарь», кто не знает,